Книга «Открытым оком». Тема «Суды». Вопрос 2480. Когда вы обращаетесь в суд, то какие нужны документы от мирских организаций? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда нас клеймят сектой, да еще и тоталитарной, то мы должны же что-то в ответ сказать. Вот один из официальных документов, имеющих юридическую силу, и суд это учитывает. Значит, документ. 9 декабря 2004 год, номер 04-13/411. Министерство юстиции Российской Федерации. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. Справка. Религиозная община православных христиан в честь священномученика Анфима Никомедийского. Религиозная организация. Это пропустила организация. Да, религиозная организация. Община православных христиан в честь священномученика Анфима Никомедийского. Поселок Потеряевского Мамонтовского района Алтайского края, Ишимско-Сибирской епархии, Русской Православной Церкви за границей, зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 21 июля 1995 года, регистрационный номер 117. Религиозная организация, Крестовоздвиженская община города Барнаула, Ишимско-Сибирской епархии, Русской Православной Церкви за границей, зарегистрирована 6 декабря 1991 года. Регистрационный номер 23. Обе религиозные организации в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях 14 декабря 1999 года прошли перерегистрацию. В соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе религиозные организации в установленный срок представили сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в регистрирующий орган. За период деятельности вышеуказанных религиозных организаций нарушений требований федерального законодательства и положений уставов допущено не было. Деятельность организации осуществляется гласно в Главное управление как контролирующий орган. Своевременно и в полном объеме предоставляется информация о деятельности. Работники Главного управления приглашаются на проводимые религиозными организациями мероприятия. Жалоб на ущемление гражданских, социальных, религиозных прав верующих граждан, от членов общин на религиозные организации и их руководителей не поступало. Крестовоздвиженская община города Барнаула и община православных христиан в честь священномученика Анфима Никомедийского, официально зарегистрированные религиозные организации, осуществляющие свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом о свободе совести и о религиозных объединениях, положениями уставов и отнесение их к сектам, тем более к тоталитарным сектам, противоречит Конституции РФ по федеральному законодательству. Начальник отдела регистрации общественных и религиозных объединений В.И. Маковеев. Конец документа. Далее библейские цитаты, приведенные Игнатием Тихоновичем. Книга Бытие, 26 глава, 11 стих. «И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Второзаконие 21.22. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти,
и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве. Евангелие от Луки, 23 глава, 15 стих. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Книга Деяний, 23-29. И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. 11 том.